Конечно, нет. Кузнецы, повара, школьники, лекари, учителя, актер, сторожа. А вот я принцесса, а я сказочница. Я сочиняю и рассказываю сказки. Вот и сегодня я пришла к вам с новой сказкой. Но вот только одна беда. Придумала я начало и еще немножечко в середине. Поэтому нужна мне будет ваша помощь. И нужны мне будут решительный человек. По сути, это я. Так, ну давай, кто? Это я. Я. Богдана, Богдана. Ты будешь сейчас. Сейчас у нас для мальчиков много ранее. И у нас решительный человек, очень умный, нужен нам большой сильный медведь. Большой сильный медведь. Для девочек у нас тоже есть роль. Вот, нужна нам сова. Так, нужен нам ветерок. Нужна нам душка. Зайчиха. И нужен нам веселый дождик. Никита. Кто из вас? Никита. Ну давайте, ладно. Так, теперь, значит, смотрите. Сейчас мы возьмем еще вас. Так, вот здесь у нас, спит медведь. Спит. Так. А вот это у нас сосна, где у нас сидит сова. Не сова, а ветерок. Ветерок. А дождик, Так вот, начинается наша история так. Однажды в городе перестали идти дожди. Хорошо, вот так. Ну, давайте, это у нас сова. Хорошо, зайчик. Она, Диана, тучка, вот дождик. Значит, тогда дождик иди сюда. Хорошо. Так вот, дождь у нас перестал. И все люди в городе что сделали? Обрадовались. Тепло, солнце, можно загорать. Трава стала желтой, она завяла. Давайте все смотрим. Да, все цветы у нас в головке повесили. Да, урожай засох. Да? Что делать? Ну, люди собрались и стали думать. И один человек сказал, надо идти в лес. Надо идти в лес, ребят. Да. Звери наверняка знают, что с природой происходит. Хорошо, будет переводчик, я буду переводчик, да? Идем в лес. И пошел он в лес. А в лесу летает над полянкой сова. Летает, смотрит. Все тоже завяло, тоже засохло. Все травки, травиночки засохли.
говорит, что же делать, а где суп? А звери тоже попрятались в траву, попрятались. А медведь залез в малинник и спит. И сова говорит, что делать? Теперь мы все будем делать. Дорогие семьи!